тренер команды Академии Крылья Советов Сергей Еремеев. Как можно прокомментировать сегодняшний матч? Мы понимаем, что по судейству это отдельная статья. А что еще не хватило ребятам, чтобы сегодня продемонстрировать весь потенциал своих возможностей и попробовать с соперником зацепиться, чтобы была победа? Ну, как и в каждом матче, нам не хватает, наверное, удачи где-то, может, и реализации, да, то есть мы вроде создаем много моментов, но, к сожалению, не можем забить. У нас уже, мы уже как много пробовали и нападающих всех, кто у нас есть. Сегодня вот Валерия Шепеля тоже, то есть поставили вперед, как бы хорошо цеплялся, но, к сожалению, не хватает концовки. Хотя вроде работаем над этим на тренировках, все, то есть и отдельно именно с нападающими работаем. И как бы, ну, понятно, что если не обороны работаем, но так получилось, что что-то у нас не везет как-то. Ну, именно нападающие, что они не могут забить. То есть у нас именно игроки обороны даже больше забивают. То есть нападающие, к сожалению, пока не могут реализовать свой потенциал, который, в принципе, вроде у них неплохой, но они все время как бы создают себе моменты сами где-то за счет партнеров, но пока не можем забить. Может, все-таки нас когда-то прорвет. Сегодня с большим трудом удалось команде выдержать какие-то споры с судьями. Насколько команду это, вот сейчас уже после матча, можно сказать, выбивает из колеи или, наоборот, сплотило, и сейчас, может быть, наоборот, так единым целым себя ощущает команда? Мне кажется, что сплотило, особенно вот эти ребята, которые остались, 9 человек, то есть они показали характер, то есть бились, там, создавали моменты, то есть с учетом того, что погодные условия очень жаркие, да, то есть надо прикладывать очень много сил. Ну, постарались как бы и заменами освежить, даже где-то обратными заменами. То есть, ну, сразу ребятам сказал, что это не, мы вас поменяли не из-за того, что вы плохо сыграли, а просто, ну, надо было постараться освежить, особенно когда еще счет был 2-1. В принципе, где-то постарались создать давление, ну, больше как бы на стандартах, да, то есть, но, к сожалению, не смогли забить. А так ребятам и руководство, и мы, то есть, сейчас сказали спасибо за такие бойцовские качества, за характер. То есть, ну, понятно, что удаление сделали свои вещи, но, в принципе, претензий к ребятам, которые играли в концовку, вообще никаких нет. Успехов в следующих матчах. Спасибо. Спасибо. Будем стараться. Александр Георгиевич Богомолов, тренер Академии «Урал». Сегодня была очень горячая игра во всех смыслах, и по погоде, и по настрою. Как можно прокомментировать и как удается ребят сдерживать себя, чтобы не ввязываться в какие-то серьезные потасовки, потому что на вас настраиваются очень серьезно? Да, сегодня очень, скажем так, жаркая игра. Наверное, вот из тех игр, которые мы провели, это была самая жаркая игра для нас. Вы правильно сказали, во всех смыслах. То есть и температура за 30, и накал такой. Очень команда соперников порадовала по настрою. То есть первые, наверное, минут 15-20, ну, нам не удалось на чужую половину практически выходить. Вот. Очень много было эмоций, плюс судья, скажем так, добавил остринки. Я думаю, что большинство решений у него были грамотные. Ну, там, да, много сегодня карточек дал. То есть и без того, скажем так, хватало эмоций, еще ход игры, скажем так, еще добавлял больше эмоций. Поэтому жаркая игра. Вот. А ребята, ну, все-таки мы с ребятами стараемся разговаривать, чтобы они старались в футбол играть. Мы хотим воспитать все-таки футболистов, а не просто, скажем так, результата добиться. Так кажется со стороны или по статистике, или все-таки так и есть, что Желудков и Карагодин – это связообразующие такие футболисты, и если их не будет, игра будет у Урала совсем другой. Они забивают уже в очередном матче вместе, и один, и другой. Если их не будет, игра будет другой, или все-таки есть потенциал у всей команды? Я думаю, что потенциал есть и у других ребят, но все-таки на сегодняшний день, судя по последним матчам, они все-таки лидерами являются командой и достаточно много приносят пользы, полезных действий совершают. Не знаю, у нас выпадал Желудков на игру, но, в принципе, в той игре мы и не заметили потери бойца. Вот. А так, конечно, судя по статистике, я думаю, что они сейчас на ведущих ролях у нас в команде. Спасибо, с победой. Вам спасибо. Здоровья.